Активисты и юнармейцы встретились с руководителем регионального отделения «Боевое братство» Эдуардом Козловым, поговорили о защите своей родины. Из-за признания ЛНР и ДНР России независимыми актуальным стал вопрос, будет ли война, и молодому поколению нужно понимать, что защита своей страны – долг перед родиной. Это тяжелые физические испытания, психологическая нагрузка. Надо к этому готовиться. Надо понимать, для мальчишек в первую очередь, конечно, говорю, что кроме тебя никто. Это твой крест, твой долг. Эдуард Козлов отметил, что для защиты родины мало физической подготовки, хоть она и важна. Главное – любовь к своей стране. Ведь в ней семья, друзья, близкие люди – те, кому хочется обеспечить безопасность. Именно поэтому решение о признании независимости ДНР и ЛНР верное. Это, безусловно, позволит спасти сотни тысяч мирных жителей этих республик. Пора поставить на место этих бандеровцев, националистов и спасти русское население, проживающие в Донецкой и Луганской республиках.